Пусть так представьтесь, пожалуйста, ваше имя, фамилия и ваша должность. Кузнецова Наталья Алексеевна, заведующая 7-12-23. Наталья Алексеевна, прошу вас снимать пчелку. Наталья Алексеевна, расскажите, пожалуйста, сегодня вы принимали как раз на Близнецов. Для вас это уже первый раз, какие особенности? Мы уже в эпидемии садов принимаем не первый раз. Вот эту пару мы принимаем уже с 2013 года. Она уже не оперившаяся еще молодой парой прилетела к нам из зоопарка. Вот уже несколько сезонов постоянно к нам прилетают из зоопарка. Особенности какие? Здесь птицам хорошо, водное пространство большое, они довольны, когда приезжают сюда из зоопарка. Вот. Но особенности какие тут у нас? Чтобы посетителей не очень пугали, чтобы не кормили, чем не надо, каким-нибудь черным хлебом, потому что им достаточно этот рацион, который в зоопарке прописан, зоопарк привозит, кормит. А чем их кормят? У них какая-то особая диета. Там все включено. И белки, и жиры, и углеводы. Углеводы, да. Понятно. Скажите, а идут ли лебеди на контакт обычно с людьми? Выходят в парк, посмотрят, подходят, пишут? Подходят, они очень любят вот именно вот в этой зоне, в южной части сада, на берегу, подниматься к людям, подходят. Поэтому вот лишний раз хочу напомнить людям, чтобы не надо кормить чем-то ненужным, плесневым, черным, чтобы лебеди не заболели. Очень много. Но вы уже не первый раз видите птиц, знаете, какая их характер, повадки. Вот особенности их характера, может быть, экстрактивные, наоборот, очень добродушные. Ну, они адаптируются здесь хорошо, они спокойные здесь, водное пространство большое, они чувствуют себя хозяевами здесь по отношению к другим птицам. Первое время даже гоняют лишних там уток и чаек, которые здесь летают. А как они ночуют? Это водоплавающая птица из специального домика. Не надо для ночлега. Они, наоборот, себя чувствуют в безопасности на открытой воде, где-то подальше. Вы знаете, нет. А бывали ли случаи, когда они пытались убежать отсюда? И какие вот здесь, какие меры безопасности птицы есть сейчас? Птицевольная, поэтому это вот специалисты зоопарка, они проводят природный тренинг в зоопарке, чтобы они не могли улететь. Ну, а чтобы они так послушать наши нас. Ну вот сейчас такое декоративное ограждение, но это всегда были какие-то ограждения. Были попытки выйти, но это еще у другой пары, когда-то в летнем саду. Если говорить об истории летнего сада и лебедев, как она связана и как она вообще традиция? Это очень хорошо.